Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием SCP-RP. И на этот раз мы играем за оперативную группу of AA, хотя я бы даже не сказал, что это оперативная группа, это организация. Она была совершенно недавно добавлена на сайте 19, хотя, возможно, я вру, возможно, она даже раньше была добавлена, но я не заметил. Ну, в общем, меня попросили за нее поиграть и просто посмотреть, понравится ли тебе поиграть за них. Небольшая историческая справка, чтобы, ну, небольшой лор, чтобы знали, кто такие OFAA и зачем они нужны. В общем, OFAA это такое специальное подразделение Великобритании, которое было сформировано 2012 по 2015 года по защите человечества, то есть по защите населения Англии. Но после этого это, так скажем, специальное подразделение было успешно по защите людей на английском, на Великобританском полуострове. И она уже стала более могущественной и стала организацией. После этого SCP Foundation заметили их и стали, так скажем, сотрудничать с этой организацией. И... Так, мне сюда нельзя. В общем, мы, так скажем, помогаем фонду во всем. То есть, такие наставники, помощники. Мы можем помогать фонду во всем, если нас попросят о помощи. То есть, мы подчиняемся только совету О5, а также... администратору и что кому-то еще. Мне также сказали, что мы не можем общаться с Альфа и 1, а также Тау-5, только подчиняемся важным личностям. В общем, мы соблюдаем документацию СВТ и комитета по этике, то есть все вот эти, то есть убийства класса D, без причины мы не убивать мы не можем, а также СВТ, ну там что-то все посложнее, ну что-то связанное. Ну я не читал, может на сайте 19 по-другому расписан, расписаны требования, но, тем не менее, мы будем их всех соблюдать. Так, что мы можем? Мне также сказали, что мы можем все что угодно. Мы можем охранять, убивать, ну, то есть убивать только тех людей, которые, нас потребуют. То есть кого-то там убить надо, то мы убьем. Также, вроде как, еще что-то можем. А, восстанавливать условия содержания, или я говорил, ну ладно. Так, ну вот, наш блок испытуемых, блок D. А я что, один, что ли? Да, и правда. А почему я один? Да, я один из этой организации OFAA. Ну, ладно. Ладно, ладно. Так, ну что же, ребятки, вы никуда не уходите, а иначе я вас просто пристрелю. Ой, точно, я забыл соблюдать эти правила комитета по этике. D-класс нельзя без причины убивать. А вот как вот этого человека я бы мог предупредить или выстрелить в небо. Предупреждение надо говорить. OFA разморозили. Офа, я. Видимо, она заморожена была. Ладно, я лучше оттуда пойду. Давайте я вот здесь встану, чтобы от меня это люди до меня не докапывались. Я даже не знал, что она заморожена. Но, видимо, мне лидер разрешил отснять по этой группе, поэтому все под этим, под разрешением администратора этой группы. Поэтому ничего не знаю. Мы будем играть, отыгрывать РП. Не знаю, с кем мы можем отыгрывать РП, но давайте, не знаю, вот этот кто у нас, какой-то странный человек был. Так, это Альфа-9, а у нас есть администраторы, администраторы, так, совет О5. Так, это О5-7, кажется, неофициальный, а мне нужно лучше, наверное, спрашивать у официальных. Так, SCP-999 есть, давай к 999-му пойдем, это реально годно будет. Просто с этими испытуемыми мне не особо весело и неинтересно, а вот с 999-м можно поиграть. Ну, как поиграть? Просто посмотреть, но, возможно, мы даже с ним поиграем чутка, чтобы никто не заметил. Это же так... Это такое счастье, когда у тебя есть... Ой, это что такое? Ладно. Что это за желтый мячик был? Так, а где у нас 999-й находится? Скорее всего, он находится... Так, это я там третий сектор. В безопасной зоне содержания. Ладно, побежим туда. Так, ладно, где у нас безопасный? Так, вот безопасный сектор, хорошо, хорошо. Так, нам нужен SCP-999. Мы, наверное, ходить можем практически куда угодно, ну, кроме, наверное, совета О5 и куда-то еще. Так, это вроде бы камера 999-го, а где он? Собственно говоря, его нету, ну ладно. Давайте найдем 999-го. Хотя мы должны как бы сопровождать тесты, что еще можем охранять, КДК. Но мы эти подразделения, которые практически независимо от фонда, ну как, практически независимо, но мы чуть-чуть подчиняемся. Поэтому пускай пока погуляем, у нас такой небольшой перерыв.
Я хочу 999-го найти. Блин, где он? Так, это у нас... Это медицинский отдел, мне не сюда. Так, это что у нас там, камера допросов? Ну-ка, давай зайдем туда, посмотрим, что там у нас. А какого фига машинист? Что за фигня, почему повстанцы здесь находятся? Ладно. Так, ну погнали сюда, посмотрим, что у нас здесь находится. Так, совет опять здравия желаю. Но я надеюсь... Ну, вроде как он не официал был. То есть она. Так, Д-класс, я за тобой слежу. Попробуешь сделать побег, то имей в виду, я в тебя в наручники просто свяжу и все, и приведу обратно. Так, а чё его одного-то оставили? Или там что-то обговаривают, мне интересно. Так, его там... Так, там обговаривают что-то. Ну ладно, пускай сами разбираются, я не буду встревать в это дело. Хотя нужно бы. Ладно, пойдем обратно к испытуемым. Что-то я походил, побегал, но 999-го что-то нету нигде. Что нам еще остается делать? Больше ничего, кроме как охранять блок испытуемых, а также... А также что еще? Ну и все. О, the speaking English, hello, my friend. Во, ребята подъехали. Здорово, здорово. Hello, hello. Так, реально, мужичок прямо хорошо отыгрывает, прямо даже английский отыгрывает, молодцы. Так, мех голос. А, вот 999, я его только что, только заметил. А, англичана можно на сервак? No, God! 999, может тебе вернуться обратно, слушай? Так, какого хрена? Так, подожди, стой, 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 блин, зачем вы убили? Ага, еще один. Блин, патроны. Крис Вектор, пацаны, не убивайте его до конца, раньте его, раньте, раньте. Так, быстрее, достал наручники, быстрее. Блин, меня сейчас убьют, а, его уже скрутили. А, ну ладно, его уже скрутили, а где РП-действие? Ну ладно. Я тут прописываю, значит, ну ладно. Так, давайте его на допрос, я с вами пойду, мистер, кто ты? Старший сержант, ага, Альфа-9. Да ты его связал, блин. Ага, да вы издеваетесь, чувак, ты чего его отпустил-то? Свяжи его! Свяжи, какого фига, он его отпустил, он по мне начал стрелять. А почему он, кстати, будет? Это странно. Да свяжи его просто. Давай РП быстрее связал, раз никто не хочет это делать, я свяжу. Так. Связал, стой, 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 стой. Ага. Я связал тебя, связал, все отлично. Так, давайте его на допрос поведем, что ли, что нам еще остается делать? Что делать с ним? Надо, наверное, еще английский акцент сделать. Ну ладно, давай без этого. Мы все здесь англичанины. Англичанины. Нормально с собой мы на лице. Кстати, да, кто ему дал год, это очень странно. Ну ладно. Может, мод-то пахнется, разберется с ним. Просто какой-то чувак с годом и плюсом начал по всем стрелять. Ну ладно. Ладно, он хоть сейчас связан. Если бы сейчас я его не связал, он бы сейчас наводил суету в комплексе. А нам это не надо. А, его уже забанили, видимо. Ну ладно. Так, ладно, возвращаемся к своей работе. Я уже подумал... Я думал, чувака можно было связать. Типа, пойти его на допрос отвести или что-то еще с ним сделать. 999, я тебя искал. Давай сегодня пойдем. У меня есть конфетка? Да, у меня есть конфетка, у меня есть Skittles. Достал пачку Skittles. Достал пачку Skittles. Ес желе, ты что делаешь? А, это нон. А, это. Нон-РП. Я уже начал паниковать. Пачку Skittles. Ну, может, я неправильно напишу, ну давай ему дадим. Все, на вот, покушай. Такие кисленькие, сладенькие конфетки. Все. А вот кушай, развлекайся. Что происходит? Нафиг вы по нему стреляете, он же нон-РП. Валидолик снимает, видите? Как вы не узнали? Я кличку, у меня кличка чистильщик. А, по этим. А, понял, ладно. Чё тебе? Давай тебя отведу обратно. Давай его отведем обратно, реально. А то чё он здесь ходит? Ну, по сути, ему можно ходить где угодно. Давай менеджера. Хотя мы только можем подчиняться совету 5, поэтому мне без разницы. Давай, следуй за мной.
Конечно, лучше бы его оставить гулять, ну, блин. Не надо, чтобы, ну, просто, чтобы пострадал 999, хотя как он пострадает? Он весь состоит из желе. В принципе, логично. Но все же, пускай он будет лучше в безопасности, чем будет на открытом бою. Да что? КС не там, почему там же сейф-зона, нет? Я ничего не путаю. А, так, подожди, вот же сейф. Указатели старые, а, понял. Я нечаянно по РПС договорил, случайно. Так, ладно, давай его в сейф-зону. А почему, если старые, что они обратно не повесят, какие-то новые поставят и все? Ну ладно. Ты уверен, что не... Подожди, мне кажется, сейф-зона, мне кажется, мы правильно шли, просто чувак хочет побольше погулять по фонду и без... Да что ты врешь ты мне, что ты врешь? Там же третий сектор, вот что ты врешь? Или не врет он, подожди. Я просто карту не особо запомнил, я вроде помню, где находится третий сектор. Да блин, не мешайте мне, пожалуйста, на РП. А, вот, все, нашел, значит, не соврал. Так, давай сюда, иди, ползи. Ползи, ползи, ползи. Сейчас мы тебя вернем обратно в камеру содержания. Мне просто нечем заняться, у FIA они занимаются какими-то опасными заданиями, что-то куда-то посылают, но... Пока сейчас никуда нас не посылают, поэтому мы сейчас работаем так, слегка, чисто. Все, давай тебе еще дам пачку скитлса, у меня есть еще одна. Давай еще ему дадим одну пачку и пускай наслаждается жизнью. Да куда ты берешь? Я тебе даже не дал, он уже из моих рук. А, откат, я тебе говорю, ты уже из моих рук вытягиваешь последнюю пачку. Ладно, пойдем. Пойдем обратно в блок испытуемых. Что нам еще делает? Что нам еще делать? Так, может, в рацию кто-нибудь написал что-нибудь, нет? Нет, жду человека для допроса класса D. Так, подожди, там допрос, ну-ка, подожди. Мы так и не разобрались, что там с классом D происходит. Может, его даже до сих пор не допросили. Мне интересно послушать, что за допрос будет. Может, он что-то нарушил, и, возможно, оно как-то влияет на безопасность нашего комплекса. Так, опа, на тестирование, или что там у нас? Ну-ка, пойдем, посмотрим, что за тестирование у нас идет. Хотя, возможно, это не тест, там вроде два администратора идут и ведут его на этот допрос. Что за... Что, мы идем на допрос. Хотя это не мое дело, куда он его ведет. Хотя нет, это мое дело, и мы соблюдаем комитет по эти... Ой, соблюдаем КП. Вы куда направляетесь? Какой на опыт, виду, чувак? Я буду называть от высшего руководства. Ну, типа, понятно, что это КП, я не хочу спалиться. Ну, КП это же секретно, все в этом плане. Обратно свяжу. Нет, давай сговорю. У вас есть разрешение на проведение данного эксперимента или нет? Если нет, то тогда давай идите его отведем обратно. Нам не нужно смертность блока. Ой, какого блока? Смертность испытуемых? Давай еще раз повторим. Все, давай. Да блин, чувак, вот, я тебе написал. Вот, тоже спрашивает, хотя я бы не сказал, что это настоящий совет опять, потому что вроде как не официал. Да я согласен, если шо. Ну да. Видно сразу. Блин, он опять, кажется, пропустил мое сообщение. Чувак, я третий раз сейчас буду писать. Давай сразу третий раз напишем, может не заметит, может не заметил. То он написал, долго и нужно получать разрешение, я не знаю, где все администраторы. Так это не у администраторов ты спрашиваешь, а от высшего руководства. А реально у них, их нету, что ли? Да блин, опять. Председатель АЭС, вот смотри, вот сотрудник КП, в чем проблема была у него спросить для начала? Я весь сектор один обходил, а администраторов не нашел. Так ты сам администратор, чувак. Плюсом ты должен был спросить у сотрудника КП. И вроде как АД, вроде нельзя проводить эксперименты. Ну, не знаю, что на сайте 19, может тут другая система. Кто его знает. Так, дружище, давай мне морочь голову, давай либо отводи обратно, если у тебя разрешения нету. Давай, дружище, лучше тебе отвезти обратно, если не хочешь связаться с людьми, которые тебя поведут на допрос. Все, отлично, супер, давайте я вас сопровожу, добрый человек, давайте. Понимающий, то есть, человек, давайте. Чё ты так грустишь? Тебя, наоборот, спасаем жизнь, а ты еще грустишь. Можно совету 5? Да это не совету 5, это, кажется, даже не официал. Хотя, возможно, я даже...
Ну, просто у официалов там не только написано O57, что-то еще написано, типа, какие-то инициалы, что-то типа того. То есть, кличка опять, совета O5. Сейчас отведу и приду сюда за разрешением. Бежим в камеру. Так, давай. Давай. Все, ведем его обратно. Давайте. Я вас сопровожу. Спросите у высшего руководства. Вот. Подожди, мне кажется, это не совет опять. Спроси разрешение лучше у комитета по этике. Так будет гораздо лучше. Ну ладно. Ладно, совету опять мы тоже подчиняемся. По сути. Так что его решение будет тоже для нас законом. Так, давайте. Я вас администратор. Меня смущает, что ты на администраторе, а не на ученом. Ну, кстати, да, администратором нельзя проводить эксперименты. Оружие есть. А, видимо, это новичок, да? Ну, если новичок, то, блин, чувак, где ты должен знать? Я возле мусорки стою такой. Не-не-не, почему возле мусорки стою? Давай вот так, все. У каменной плиты постоим. Постоим, то есть. Все, отлично. Ждем. Тесты проводят ученые, да вот именно. Можно без сопровождения ходить. Нет, чувак, давай, либо берешь ученого, то есть заходишь за ученого, то есть заключаешь договор с фондом и там будешь ученым. ПРП можно и менеджер. Да блин, чувак, нет, нельзя. Испытуемый. Так, что у нас тут происходит? Я посмотреть хочу. Че, ребят, что он сделал? Сейчас мы спросим. Так, я хотел ему сказать без лишних вопросов. Что это за человек? Чего до него докапываетесь? Мне интересно. Так, давай посмотрим, понаблюдаем за этим. Испытуемый, в этом это слишком сильно, ну, сами понимаете. Я за вами всеми слежу. Мой глаз направлен на вас. Так что лучше давайте. Соблюдайте... Так, вы что там делаете? Конструкции нагло друг другу и на себя... Не строим никакие там конструкции. Ученый, кстати, есть. Ну-ка, давай его сопроводим. Я, похоже, всю работу у СБшников забираю. Ладно. Мне нужен один Д-класс. Это что такое? А какого фига? Чё? А, можно убивать за линией, нифига. Вот это топовая система. Блин, а что здесь за повстанец? Уже второй раз сюда заходит. Ему разрешили? Серьезно? Ладно. Подожди, а разве мы не можем закапываться? Ну ладно, давай проведем. Не будем докапываться, чтобы просто... Ну, чтобы интересно было, я его до него не докапываюсь, потому что, ну, блин. Все равно мне сейчас делать нечего, а мы так хотя бы понаблюдаем за экспериментом. Тем более, с нами совет опять идет. Правда, не официал, но... Неважно. Я буду сопровождать эксперимент. Интересно, на каком SCP будут поставлены эксперименты? Вот сейчас и посмотрим. А, правда, половина объектов тут можно только отыгрывать РП. А, что насчет таких базовых SCP, которые боты обычно играют, это я что-то не видел. Я вроде прямую трансляцию на сайте 19 проводил, но что-то я не видел каких-то объектов, за которые играют обычные боты. Что за 861-й? Да тут ничего нету, там должен челик сидеть. Какой-то SCP-актер должен быть. А их нету, кроме SCP-999. Ты чё, слышь? Так. Все на камеру записывается, ты смотри, чувак. А совету опять пофиг, как я понимаю, да? Ну ладно. Блин, я сейчас КП реально начну звать. Ну-ка. Чё-то мне не нравится, да-да-да. Быстренько, надо звать тебя, комитет по этике. Все. Так, надеюсь, прописалось сообщение мое. Да, практически прописалось. Так, ждем с комитет по этике, я надеюсь, его не убили. Быстрее, КП, срочно нужен КП, прям очень сильно. Так, комитет по этике, здравствуйте, председатель административной службы. Вот этот человек проводит эксперименты несанкционированные. Можете с ним разобраться, он Д-класс подвергает опасности, а вам похер, ладно. А, комитет по этике, можете подойти, пожалуйста. Хотя нет, давай его сейчас наручники свяжем. Больше я похоже, знаете на кого? На человека, который постоянно докапывается до всего подряд. И как реально, комитет по этике. По лору можно и администрации.
Так, ну давайте его задержим. Можете подойти к стене. А кто дал ему разрешение на тест? Совет О5 вроде как. Давай просто напишем высшее руководство. Чувак, какой совет О5? Ты не, даже не знаешь об этом. А тесты не проводят, а я и... Так, давай Д-класс сейчас из этой ванны вытащим. Класс Д, можете выйти. Он что, его сварить собрался, что ли? Ты что делаешь? А, так он еще нарушает, он еще неправильно отыгрывает, чувак. Отмените, можете подойти за мной? Давайте, давайте. Мы сейчас обратно вас отведем, так что не переживайте. Так, это вообще нарушитель какой-то. Класс Д, класс Д. Подожди, а мы... А, ну, в принципе, он ничего такого не увидел, поэтому... О-о-о, тайная полиция фонда пришла. Ты это слышишь? Убери оружие, ты не наставляй. Офигел, что ли? Ну-ка, уберите, я сейчас сам совсем разберусь. Так, класс Д, можете пройти со мной до вашего... Ну все, чувак, поплыл администратор, все неправильно делал. Давайте, следуйте за мной, не переживайте, вас никто не тронет, даже если кто-то тронет. Да, давайте, я вас наручники не буду связывать, поэтому все отлично, не волнуйтесь. Если вас убьет, я этому просто пожалуюсь, комитету по этике, и все. Мы сильно соблюдаем КПМ, мы просто самые лучшие. Здравствуйте. Это кто вообще? Извините, я вас не знаю, можете пройти. Я класс Д обратно отвожу, вы чё? Чего? Нас еще не разморозили. Да блин, это у меня разрешение есть. Есть разрешение... Блин, да нафиг ты спалил, сейчас ко мне больше людей будут липнуть. У меня уже язык заплетается из-за вот этих слов, которые сказал вот этот моговец, который за мной постоянно ходит. Так, давайте, за мной, не бойтесь. Я глаза комитета по этике, так что смотрите. Так, ну погнали. Эй, в смысле? В смысле, ты офигел, что ли? Бета... 7. Вот я офигел. Бета 7. Ты не. Я оперативник офей. Офей. Что? Подожди, что это за оповещение? Офигели, что? Охренел! Ты чё? Ну все, чувак, приплыл, я тебя запомнил. Я сейчас к тебе Зараза, блин, ну нафиг ты меня связал, чувак. Так, я его ник запомнил. Амогус какой-то, сейчас. Да господи. Да боже мой, чувак, да блин, там чел убил какого Д-класса, я сейчас должен за ним погнаться и его арестовать, офигел что ли? Две черные фигуры замечены в горах возле вертолетной площадки ГРУ. Еще и ГРУ, да вообще охранительно, чувак, отпусти меня в наручники. Наручники отпусти, у меня есть разрешение. Да блин, ну чувак, ну отпусти же, пожалуйста. Там ГРУ нападает, я должен находиться именно так, там, то есть я помогать фонду сюда приехал, я только один оперативник, меня сюда позвали, чтобы помочь. Да блин, отпустите меня! Да сейчас там такая веселуха будет, я все упущу. Все, спасибо, спасибо. Все, я пошел, все, до свидания. Так, там еще какой-то Амогус, я его еще должен... Ну сейчас не до этого, сейчас нужно найти, то есть подойти к этим... Так, где первый сектор? Сейчас найти надо первый сектор быстренько. И найти того человека, который убил Д-класс. Чего вообще происходит? Кто-то... Так. Блин. Пацаны, я бы сейчас вам помог. Так, давай я вот тебя сейчас вяжу. Поднял руки. Блин, что вообще сейчас происходит? Я сейчас не успею ничего сделать. Так, давай быстрей. Связал. Давай, протягивай быстрей. Быстрее протягивай, я сейчас тебя свяжу, и все будет классно. Так, давай быстрей. Блин, я вам сейчас всем дам. Короче, я тебя связываю быстрее, чтобы пока тебя не убили. Так, отводим обратно на Д-класс быстренько. Блин, черт возьми, откуда тут еще повстанцы взялись? Так, постой тут, сейчас. Так, его убили, все отлично. Так, все, быстрей. Да блин, я вообще все сейчас пропущу. Д-класс, кто вас выпустил вообще отсюда? Блин. Какого хрена? Чувак, ты чё творишь? Да они... Блин, вообще, я вообще не понимаю, что вообще в этом фонде происходит. Постоянные побеги Д-класса, я не знаю, кто их выпускает постоянно. Чё там охраны вообще нету? Или вообще никто не остался на охране стоять? Чё там вообще никого не осталось? Да есть один СБшник, хотя это мало. Так, ладно. Развязал. Так, все отлично, давай тебя развязываем. Относим сюда. ВБ. Ой, извините. Тайная полиция фонда, что вы делаете?
Одни нарушители кругом вообще не соблюдают... не соблюдают эти... не соблюдают этичность в фонде. Ладно, погнали. Опять этот комитет... Ой, опять этот гребаный повстанец постоянно заходит и рейдит нас. Надо... Надеюсь, модеры его сейчас забанят за это. Просто так, постоянно. Так, давай быстрее, может там мы успеем. Может мы успеем на мероприятие, которое приготовит нам ГРУ. Так, быстрее, быстрее, быстрее добежим до туда. Что там, пацаны, вы уже справились без меня, да? А даже не успел на это торжество прийти, да? Ну да, все расходятся, я, видимо, не успел. Блин, вот если бы не тот чувак, который меня просто схватил без причины, я бы успел. Там еще какой-то Амогус, я этого человека вспомню еще. Так, оперативник Нью-7 под ником Амогус, я сейчас буду искать его. Я как тайная полиция буду действовать. Ладно, давай быстрее. Надо найти этого человека. Я надеюсь, он не ушел. Давай сначала проверим в табах, может, он вообще реально вышел. Блин, а он, кажется, вышел. Ну ладно. Да и тем более он зашел за другую фракцию, то есть за другой отдел, поэтому можно не считать то убийство, которое было совершено мобильником. Опять он заходит, боже. Модель, куда вы смотрите? Так, что у нас там происходит? Ладно, погнали в блоки, испытуем их, что-нибудь поделаем. Может, там что-то будет происходить. Ну, в принципе, мы неплохо сегодня поотыгрывали за OFA, за 999-м, повеселились маленько, отвели его в камеру. Также, что мы еще сделали? Отвели одного испытуемого и что-то еще. Да вы что творите? Блин, кто убил? Я так и не заметил. Кто убивает постоянно? Вы что творите? Это этот человек. Слышь, слушай, молодой человек. Ты офигел, что ли? Или это не он? Кажется, это не он был. Хотя... Вот, блин. Ладно. Или подожди, я толком не понял. Или мы должны не ловить преступников, которые просто убивают D-класс, или мы вообще даже с этим не участвуем. Ну, типа... О, ну все, чувак. Я тебе отмудохую за это, за то, что ты их просто так убиваешь, но это твои уже проблемы, не мои. Не знаю, но возможно, мы не должны следить за тем, то есть за каждым сотрудником, как комитет по этике, то есть, если убил D-класс без причины, все, связываешь его и ведешь на допрос. Возможно, мы этим даже не занимаемся, просто мы сотрудники, которые соблюдаем КПЕ, просто так не убиваем за класс, то есть просто так убиваем класс D нельзя. Вот что это за Джозеф? Фатила. Что за Джузе Фатила? Он постоянно за машиниста за... А-а-а, понятно, он багом пользуется. Точно, я же забыл. Я когда стрим проводил и за машиниста заходил, там тоже такая же фигня была. То есть на верхушке я спавнился, то есть за текстурками. И просто мог... Можно легко эмоцию использовать и попасть в скрытые места фонда. Понятно, как он заходит. Блин. Ну, надеюсь... О, там бунт. Подожди, бунт. Надо быстренько подавить эту тему. Реально там, кажется, бунт идет. Что-то там в рацию говорят. Что там, уже подавили бунт? Или... И он даже не начинался? Ну, видимо, он даже не начинался. Да, он... Одни нарушители кругом. Но, возможно, я просто должен соблюдать КПЭ и не ловить этих людей. Я так и не понял... Могу ли я это делать? Мне можно только проводить эти... Сопровождать эксперименты. Также, что еще могу делать? Охранять блок испытуемых. И, в принципе, все. Такой ролик получился. Если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии, понравилась ли вам данная фракция или же нет. Также, что еще могу сказать? Скоро выйдет апдейт. Я посмотрел, так что даже можете в комментариях не писать, что типа посмотри новый тизер от меты. Да, я уже посмотрел, так что ждем, ждем, оно скоро в августе выйдет. И надеюсь, я первым СНГ ютубером, который запишу данный апдейт. Ладно, все. Меньше слов. Большой конец. В общем, все. Подписывайтесь на канал, но я уже говорил это. Ладно, все. Всем удачи, всем пока.